данном видеообзоре мы рассмотрим активную мультимедийную систему KingHan модели ER2806. Это трехкомпонентная акустическая система общей мощностью 40 Вт. Колонки, выполненные в современном дизайне, воспроизводят кристально чистый звук, насыщенный глубокими басами, благодаря деревянному сабвуферу с низкочастотным динамиком. Акустическая система выполнена в стильном черном дизайне и подходит под любой современный интерьер и воспроизводит чистый сбалансированный звук. Простота подключения с помощью мини-джек 3,5 мм. Можно без труда подключить ваш ПК, MP3 проигрыватель или проигрыватель компакт-дисков и выбрать то, что будете слушать. В данной системе присутствует магнитное экранирование, благодаря которому можно установить колонки около монитора, не боясь появления искажений. Также управление низкими и высокими частотами, а также громкостью, вынесли на верхнюю часть сабвуфера. Тип акустики 2.1, общей мощностью 40 Вт, из которых 2 по 10 Вт мощность сателлитов и 20 Вт мощность сабвуфера. Диапазон воспроизводимых частот составляет от 35 Гц до 20 кГц, а отношение сигнал-шум 63 дБ. Полное сопротивление сабвуфера и сателлит по 4 Ом. Размер сателлитов составляет 2 дюйма, а размер сабвуфера 4 дюйма. Материал сателлит выполнен из пластика, а сабвуфера из дерева. Также на задней части у нас расположилась кнопка включить-выключить питание сабвуфера и порты входа-выхода. Питание сабвуфера происходит от сети 220 вольт. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.